В семье Клундук жизнь после начала конкурса разделилась на две части – до и во время участия в творческом состязании. Маленькая Славина с удовольствием согласилась на предложение папы посоревноваться. Расскажи, а как вы готовитесь с мамой? Вот что вы делаете? Мы плетем костюм, учимся ходить, нам дают платье красивое, покупаем туфли. Тебе все это нравится? Да. Теперь большой и дружный коллектив занят в работе. Креативный менеджер юной участницы, конечно же, мама. Ей не занимать уникальных идей и необычных решений. Даже конкурсный костюм она мастерила вручную. Все для того, чтобы Славина была самой яркой. Костюм плетется из газеты, из газетной лозы. Надо было сплести, наверное, 1004 палочек из газеты. Потом все это, скажем так, сплести в определенную форму, в юбку, то есть в платье, в определенные цветы и так далее. На самом деле это очень сложно. Пока мама занята костюмом, папа наводит последние штрихи в видео. Визитка дочери должна быть детской, искренней. Особые спецэффекты и броские детали здесь ни к чему. Итак, дружная семья работает всегда. Девиз – только вместе, только дружно. Любое мероприятие, в котором участвуют, оно всегда доставляет какое-то неудобство, потому что человек, выходя из привычного какой-то колеи своей жизни, что-то все равно приобретает хорошее. Поэтому в любом случае хорошо. Любая встряска, любое там новое занятие, любое общение, любые новые контакты. То есть даже то, что мы всколыхнули там всех своих знакомых через знакомых там во всех своих аккаунтах ВКонтакте, уже хорошо. То есть даже узнали люди, те, которые вроде бы как и не имели отношения к этому конкурсу. И в общем-то, и для нас, наверное, и для города даже лучше. Сам день конкурса «Мини-мисс» организаторы постарались сделать в формате праздника детства. Уже в фойе большие компании болельщиков и родителей встречали аниматоры и клоуны. Кроме того, там же взрослые дети могли познакомиться с разнообразием творческих студий, которые существуют в городе. В зале в буквальном смысле был аншлаг. Каждый хотел поддержать своего ребенка, порадоваться вместе с ним его минуте славы. Возрастные категории, более 30 участниц и почти 3 часа шоу. Знаменательная цифра 3 сопровождала практически весь конкурс. Если в закулисье юные красавицы еще немного волновались, то, выходя на сцену, страх как будто улетучивался. Каждая участница смогла зажечь свою звезду. А насколько долго она будет сиять, это зависит уже от самих девочек и их желания идти дальше по большому творческому пути. Для героини нашего сюжета Славины Клундук на этом дорога в мир только началась. Юная модница мечтает стать моделью и покорить подиумы Милана и Парижа.